Приветствуем вас на нашем канале. Каждый день мы подготавливаем для вас самые актуальные новости из жизни звезд отечественного кинематографа. Кто не подписан, просьба подписаться. Кто подписан, просим поделиться видеороликом в социальных сетях. Друзья, и снова у нас печальные новости жизни наших любимых артистов. В этом месяце мы уже потеряли целую плеяду актеров, артистов, людей, сделавших огромный вклад в развитие нашей культуры и искусства. Это очень тяжелый удар не только для нас, но и для всего государства в целом. Нас очень радует, что вы, дорогие наши зрители, не остаетесь равнодушными и в комментариях стараетесь выразить трогательные слова соболезнования в адрес ушедших артистов. Вот и сегодня мы с прискорбием сообщаем, что не стало замечательного и талантливого человека. 11 декабря ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Раскатова. В Ивановском областном драматическом театре она прослужила почти 40 лет. Сюда она пришла после окончания Ярославского театрального училища. Награждена знаком за достижения в культуре Министерства культуры РФ, лауреат городской премии за личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново. Гражданская панихида состоится 13 декабря в 12 часов в зале драматического театра. Просьба соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры –